парных практик, чего мне, допустим, не хватило на прошлом фестивале, вот именно парного контакта, здесь его получилось сполна. Я с этого фестиваля, как и с предыдущим, вот, но с этого фестиваля больше всего, я снова нашла для себя и для своей работы методики, которые я буду применять и для себя, и для пациентов, с которыми я работаю. Вот. Ну и, наверное, сегодня приду домой, напишу письмо дедушке Марко. Ну, чтобы на следующий год рождественский фестиваль состоялся юбилейный. Ты можешь, конечно, улететь и уехать, но хотя бы тебе там дали, мне там занят, как пришли. На пару месяцев. Я думаю, что у тебя команда здесь уже есть. Да, команда. Я понимаю, что ты каждый раз говоришь, что их надо забрать в кучу или что-то сделать, что, вот, что они из себя самих извлекли что-то, чтобы показать новое. Но мне кажется, что с каждым новым фестивалем они все больше и больше готовы к тому, чтобы прийти и показать себя, получить удовольствие от людей, которые пришли. Я думаю, что вот они все согласятся, что юбилейный фестиваль должен. Thank you.